Сотрудник МВД с аннулированными правами был задержан во время вождения автомобиля. Правонарушение было выявлено после того, как его остановили патрульные и сотрудники службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД вечером 25 июля в центре столицы. Пресс-секретарь службы внутренней защиты и противодействия коррупции МВД Наталья Шеремет сообщила Пятому каналу, что нарушитель является сотрудником Центрального регионального управления инспектората карабинеров. В момент задержания он был в форме, но не находился при исполнении служебных обязанностей. Шеремет уточнила, что сотрудник МВД был лишен водительских прав в апреле этого года по решению суда, добавив, что причина этого решения ей неизвестна. По данному факту проводится служебное расследование.